было. И я хочу представить вам еще одну замечательную идею, как с помощью, казалось бы, простой вещи, как полотенце, сделать вот такой именной подарок 23 февраля. Как вы видите, такой солдат очень прост в изготовлении. Для него нам понадобится полотенце, фотография вашего защитника, бусины различные для гранаты, ленты, фетр для буденовки. Кстати, в этом видео я покажу, как сделать два варианта буденовки. Один попроще, второй более точный. И еще нам понадобится скотч и клей-пистолет. Беру полотенце, у меня оно 40×70, сворачиваю его втрое и закручиваю. Выкройку к будущей шапке я сначала вырезала из бумаги, приложила к полотенцу и подкорректировала ее таким образом, чтобы у меня были припуски и чтобы шапка легко одевалась на полотенце. Склеиваем две детали вместе горячим клеем. Выворачиваем и расправляем ее. Клеим звезду. Отрезаю ленту, но так, чтобы был запас для приклеивания. В принципе, ее можно оставить и так, если вы хотите вариант попроще. Но если вы хотите вариант поточнее, тогда вырезаете еще прямоугольник и козырек. По вашей шапке прикладываете фетр и вырезаете по его ширине, ну, такую вот выкройку. И прямоугольник чуть-чуть тоже с запасом, чтобы его по бокам вот здесь вот чуть-чуть было видно. Ну и ширину смотрите так, чтобы мы смогли еще подвернуть. И приклеиваем к шапке отворот. Теперь заворачиваем назад. И клеим по краям. С одной и другой стороны. Клеим пуговички. Ровно прикладываем козырек и подклеиваем его. Вот такая буденовка получается. Теперь можно взять и подтянуть козырек, чтобы он был немного в другом положении. Давайте сделаем гранату из своих бус. Я думаю, это будет приятно каждому мужчине. Для покраски можно использовать любые акриловые краски. Можно брать открытый чистый цвет. Я смешала два цвета, охру и зеленую. Нахожу две бусины подходящей формы и вот такое кольцо.
и отрезаю маленький кусочек атласной ленты или какой-нибудь веревки. Продеваю их в эту бусину. Она будет у меня вот здесь. Подклеиваю ленту, чтобы она не вышла. На один кончик одеваю кольцо. И подклеиваю на верхнюю часть. И обклеиваю оставшийся кончик вокруг этой ленты. Обрезаю лишний кончик. Теперь клею верхнюю часть к вот этой основе. И приклеиваем сюда ручку. Давайте соберем нашего солдата. Голову лучше приклеить на двухсторонний скотч. У меня двухстороннего скотча нет, я попробую из обычного приклеить. Сделаю вот такую трубочку. И приклею. Беру ленту и нахожу, где будет пояс. Определяюсь с длиной ленты. Ну, делаю, конечно, запас. Отрезаю. Одеваю гранату на ленту. И приклею на клей пистолет. Когда будете клеить, лучше подтянуть ленту, чтобы она плотно сидела. Одеваем шапку. И вот он, наш солдат, готов. Вот так выглядит этот солдат в другой буденовке. Ему также можно приклеить на скотч георгиевскую ленту и поздравить кого-нибудь с 9 мая. Если вам нравится такой солдат, поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и увидимся в следующем видео. Пока-пока!